Минус один. Минус второй. Минус третий. На третьем этаже оставшиеся. Если вы фанатеете о таких играх, как Tarkov, DayZ, Hunt и так далее, то зайдите канал Апача. Парень играет в сурвайвалы со времен ванильного DayZ мода. В его роликах вы найдете нереальный экшен, непередаваемую атмосферу и, конечно же, великолепный саундтрек. Как будто кино смотришь. Заинтересовало? Ссылка будет в описании под видео. Мы Tarkov от вас вычистим, мрази! Потому что огромная пати уходит на военные склады. По Тунгусском. Я поняла. Ты так это сейчас сказал, я не знаю. Они просто. Сделать. Они как уточки бегут гуськом, бля. Так, один, по-моему, раненый очень, шайтан. Да там все должны быть раненые. Охереть, блин. По сетке еще съела половину, вообще беда. Если еще зайдут, то здесь это тоже. Да нет, это тихо. Ну, граната какого хрена? Обо что-то ударилось. Хилятся там, сидят толпой. Надо. Я бегу. Ты да ходишь? На первом никого не было. Нет, я только по складам бегу. Я квейк. Минус один. Минус второй. Минус третий. На третьем этаже оставшиеся. Понял. Давай хаешечки туда. Я подхожу. Убьешь? Или он ты убежал. Умерла? Я не умерла, но я могу убить. Убила. Хорошо. И у меня на третьем должен быть последний. Хилюсь. Не очень плохо. На третьем сдох. Все мертвы. Блин.
Где он на первом-то сидел? Я ж обошел Бэху, блин, никого не было. Он сидел в коридоре. Прям в коридоре. Чё, блин? Чё за бред? Где он прятался все это время? Спускаюсь. Нет, на первый. Ты прям на площадочке, да, убил его? Да-да-да-да. На улице прям. Это не наше, блядь!
минус один. Один, что ли, был? Чужая! Железо. Они по лестнице. Спустились вниз по лестнице. Так, чел, что ты там с гранатами? Клановые, кстати. Ботов убивают. По центру где-то. Да-да-да. Минус. Еще один есть. Пробежка была. Дал хая. Кашляет кто-то. Да-да. Стой. Стой. Блин, бот так упал. Херово. Убил меня. Да. Сидит крыса. Что, блин, за люди такие? В смысле, он же ширкается где-то. Так, одного явка подорвал. Вторую эвку подорвал, понял. Выше. Кали. НФВГУ. Клан у них какой-то. Да. Кидал грену, там ползал. Он успел встать, походу, и убежать. На кухне тоже стоял крыса, прикинь. Все? Да. Там еще должны быть на длине. Я, по-моему, взорвал на длине. Там что-то ручкой что-то там. Подожму длину. Мусорки чисто снизу. Я на длине за ящиками. Там граната, уходи. Ушел. Я что-то не ожидал. Чисто тут. Тот сдох, да? Да. А. Нормально стали парни. Как про меня знает? Он... Ты бегаешь? Я не бегаю. Я их пушу с моей стороны. Минус один. Один прям на входе. Железо он, да? Дал гранату туда внутрь. Внутри я, в комнате я, слышишь? Да, понял, все. Кидаю, сейчас не я. Я походу знаю, где он. Этого я подорвал эвкой, он тут меня пас. В районе. Спрыгиваю вниз. Это не ты? Нет. Думал ты? Убил? Да. Это я, вот это я. Ага, он просто тоже с эмкой, ты любишь с эмкой ходить? Типа это. Дверь закрыта.
постоянно, что ли? Ты дерево? Остановился. А, это бот. Он наверху, походу. Да-да-да. Возле офиса, вход в офис. И кто-то еще ползает поверху, судя по всему. Ты сам где? Вот практически под гранатой я снизу на первом этаже. В кустах таких, тут много таких растений. Ты на первом этаже? Да-да-да, вот сейчас бегаю, шифтую. Там кто-то умер. О-о-о, все понял. Вот там же, на лестнице. Первый или второй этаж? Второй этаж лестницы. Я вниз спустил. Я туда гряну прокинул, вроде такой классный. Лестница у кнопки? Да-да-да-да. Не заходи. Угу. Не заходи на лестницу, там кто-то грабит. Давай-давай-давай. По-моему, я взорвал его. Я снизу под лестницу. Шур, да, там? Угу. Но тот, походу, который ползал, жмур. А это жмур, который убегал, да, Эвка. Ползал. А этот ползал, Эвка. Ты? По-моему, лаба все. Забавная херня. Да, мне кажется, да. Зачистили лабу. Еще окей, с собой взял чувачок тут. Нравятся такие видео? Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новое. Нычка, что ли? Че там? Спустись к воде. Ну сейчас спущусь, я же рассматриваю Норвинский. Кто-то бегает за меня. Пробежку ты делал? Да. Ты у меня тут? Да. Стой, 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 ну я тебе скину, отойди. Лезет. Срочно надо на выход, ребят, прям надо. Ты сумку мне кинь. Не та. Светаныч, пошли, пожалуйста. Сек-сек, мне тут бегает, я что-нибудь говорю. Ну, а чё? Двое. Чёрт. Двое минус. Трое. Троих убил? Нет, трое. Всего трое. Я пытаюсь себя лагать. Сука, АКМ. Трое минус. И двое у нас еще на Норвинском, значит. Я вовремя нашел 220-й ключ. В смысле? 220-й самый топовый ключ нашел. А ты вот там сейчас нашел? Я только его хватаю, и сразу на меня трое типов набрасываются. А где ты его там нашел? Фух, бота. Я у нас уснул. Ёлки-палки, блин. Даже хз, откуда тебя открыть, если честно. Похоже, кстати, на бота. Бот, да. С одной точки бьет. Ты снайпер нет? Да.
Держачими! Пиздюк! Газон. Ты издеваешься? Не вовремя ты, короче, в душ отошел, вообще не вовремя. Бери с собой газон сотку. Есть. Все, на выход. Охрененный рейд получился. О. Эти проклятые туалеты. На колледж, да, походит?
Тихо, тихо, стоп, слева, стоп. Слева есть, да, по залу. О, перед нами. Прыгает туда, пытается перепрыгнуть. Стоит, стоит там все еще. Ой, хорошо залетело, но не вдруг, по-моему. Не-не-не, живой, живой. Помогайте, блин. Одного убил. Забрал второго. Еще есть? Не знаю. Шины, хим на... Починиться надо или нет? Блять, добить надо для начала. Офигел, убил. Еще один. Так а что вы не чекаете-то? Так я хилюсь, я красный. Ну они что не чекают? Четверо или трое? У вас четверо. Не знаю, много очень. Часов сниму. Снимать его. Уверена, что по улице безопаснее будет идти, чем через склад? Да, конечно. Да, уверена, потому что на складах будут сидеть либо чего-бота, либо еще какой-нибудь чувака. Сидит и ждет. Ты хочешь пойти через склады? Давай ты через склады, мы через лево. На улице хотя бы шансов меньше. Там хотя бы светло на улице, блин. Вот именно. Плюс. И не будет никакая мразь сидеть в темноте, блин, в углу, блин, и ждать тебя. Тут, кстати, две нычки есть. Две не знаю, одну точно. А мне... Убил! Убили меня. Тихо, 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 ты что? Я же сказал, убил. Я. Прости, ты что, через 2 секунды уже работаешь, что? Я чисто. Сидят, говорит, что да. Лучше бы я в сады пошел, ты спал. Да. Артём, ты оружие забыл. Пришли. Чувака, у нас. Где? Хард, Хард, где ты? Между мост, между он в зеленке в проломе. Понял. Ранили? СКС, СКС у секретки. С другой стороны, да. Я поджимаю секретку. Ага, сидит тут крыса. Бьешь? Да, должен. Он сейчас без патронов должен остаться, по сути. Он бежит или ты? Я. Не понял. Я все еще бежит. Убил. Что за выстрелы? Чувак в разломе, зеленки. С правой стороны, ТЛП. Ближе к дороге. Да, не скорее всего, он где-то там и засел в гаражах, мне так кажется. Ты проучай, я проверю. Но этот чел с красной повязкой, этот был с повязкой? Кто к красному подходит? Я пробежал мимо. Я не видел, что это он в чём был. Я вышел с красного. На стройке есть свои? Нет. Нет. В кармане чел сидит. Так, что-то я ему в голову попал. Давай туда что-то начнем. Вот в этой крышке. Воу-воу-воу-воу. Что такое злой? Нашла? Сидит? Репорт. Ты пройти там. Не
не уверен, кажется, в трёшке вместе с ботами есть чувака. Что, да, что все? Ты? Я не знаю, я с ним файчусь. Карт, водишь ли там? Да, я бегу уже. Убил. Там еще один. Тут еще, блин. Да, 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 да. Вон дальше там. Давай справа пойдем. В елках. Возможно, убил, но хз. Граната? На новой стройке граната. Так, тут вижу труп, блядь. За кольцом бетонным есть труп? Да. Ага, значит убил. У нас грена какая-то на большой стройке, тут на новой. Вот и маму тащит. Да нет. Ты ходишь, Таня? Ты ходишь? Нет. Где? Давай. У вас нормально, Тась? Да, да, да. Двоих. Мосинка. Стройка, стройка вот эта большая, новая. Слева буду заходить. Старая, старая новая стройка. Вон, пустарь, пустарь, сюда. Да-да-да-да-да, видел, видел, видел. Минус. Минус, да. Да-да-да. Только он с калашом, а должна быть Мосина. Проверяю. Нету Мосинки. Должна быть Мосинка. Вот он. Хорош. В туалете сидел, что ли, придурочный? О, вот тут это сразу. Какой в итоге минус? Здесь минус 4 настройки. Мосинка враг, да? Одну. Да. Вижу, вижу на камнях. Их двое. Еще. Минус один. Нет. Какой из? В камнях. Кто-то ползал в камнях. Слышу, слышу, слышу. За камнем стоит. Убил. Угу. Минус. У меня просто. Слушай, а кто лежит, лутается? Не знаю. Твою мать. Понял. Ты чё, к нему прям впритык подошёл? Мы вдвоём подошли просто впритык к нему. Вот, вот, просто впритык подошли. Я с противоположной стороны, у бесплатника, поднимаюсь к вам. Тайминг. Ну, кто меня убил-то? Подожди, это ж... В смысле, это... Бля, вы серьезно, ну... А что ты по нему стреляла, блин? И молчит. Я ж перестала стрелять. Ё-моё, блин, а. Да не ржи давай, пошли собирай все с него быстро. Пошли быстро, пойдем. Хорош, блин! Там, блин, опять, по-моему, на карах война какая-то. Минус чувака. Бировец. Аня стреляет, как бы, ну все, надо идти убивать. Слушай, ну... Скидывай, скидывай, скидывай. Я вышел и сказал, где... Солнце, ты поднимался и... Я вышел из душевых и сказал, что я с противоположной от вас стороны. Убесплатно. Поднимайся по лестнице, ты начинаешь по мне стрелять. По длине вот этой вот? Да. Не-не-не-не-не, он где-то... Или по длине.
Минус. Понравилось видео? Подписывайся на канал и вступай в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новые видео или стримы.